Я считаю, вы делаете. Вы делаете заднюю подножку. Что ты встал? Вы делаете заднюю подножку. Работаете. Вы вот эти две пары самостоятельно. И там через длину скорее. 10 раз. Раз. Два. Я не могу сказать, что Отсюда, значит, поднимаю руку, делаю движение. Раз.
вам вышел. Мне не надо вот это. Я хочу, чтобы вы стояли во фонтане в Зойке, сделали шаг, развернулись и опять вышли. Вот это движение. Оп! Полностью иди сюда. Он там, я здесь. Перехожу линию, поворачиваюсь. Оп! Несколько движений и сюда. 10 я, 10 он. 10 я, 10 он. 10 я, 10 он. 10 я. Ты 100 раз и я 100 раз. Кто останавливается, наказываю, сразу буду бить. Вы делаете заднюю. Джен! Кто? Ты как падаешь? Представь, что здесь асфальт. Ну, Аша сзади. Садись. Вот, ты перека. Понимаешь? Значит, твоя нога впереди. Вот тебе раз, и просто не стой на двух ногах, а раз на это ноги, хоп-хоп, и потом садись. Раз, я не вижу. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Десять. Поменяли. Раз. Два. Стоп. Подожди. Что за шкодить? Еще раз. Посмотрите внимательно. Ваше плечо не должно быть вот здесь. У вас есть... Предплечье, плечо, вот две кости, локоть. Вот это место лучше всего держать вот отсюда. Или сверху, или снизу. Вот движение. И вот раз, ноги, чтобы я куда. И вот отсюда. Раз здесь высоко, присядьте чуть-чуть. Присядьте, видите движение, за счет только ног. Пошли. Все, честно, да, так. Иди сюда. А, жена? А, ты не разобрался. Что? Еще раз.
Да. Что такое? Болит? Устал? Да? Сядь, посиди. Сядь, посиди. А тренер что тебе? Не хочешь слушать? Я тебе сказал. Одна тренировка здесь, одна качаешься. Сядь, посиди. Нет. Сейчас нет. Еще раз, посмотри. Сделала шаг, то есть не надо его делать. Сделала шаг, да? И сажаешь вот это делаешь. Давай. Делаешь уже три раза, а потом он тебе три раза делает. Ну, можно сказать. Я так, так я не вижу буток, мэй, ты ранимай. Мне не надо просто, что ты делаешь? Я сказал, чпоми, в левую сторону, неудобно. Чтоб ты закрытый, куда ты иди? Вот сюда. Оп, и пошел, и пошел, и пошел. 10 раз он, 10 ты. Пошли, пошли, пошли. Дай, что ты делаешь? Что стоит? Что стоит? Не поднимай, не надо поднимать. Потому что ты не хочешь. Хорошо. Мате. Мате. Вы пока уже туда сели. Так, вы сюда подвинули. Дальний сюда подвинули. Сели на колени. Разогрели шею. Этот, сюда. Вы, близнец вот сюда. Сели на колени, разогрелись. Отворимся, можно? Сейчас, туда. Не, им не надо, не надо. Ты можешь так изучить. Вот, Виктор. Вот и сидишь. Баш, ушу ваши шею разогреть. Ваши шею. Еще раз, боремся под дзюдо. Болевые на локтевой сустав. А в дзюдо есть еще какие-то? Подышающие. Еще раз. Болевые на локтевой сустав. Удушающие. Без. Если мы быстро знали, смогут досчитать. Значит, еще раз. И так берем, а отсюда берем. И удержание. Не надо 20 секунд держать. Не надо. Не надо получать полный 10 секунд. 5 секунд. Не отпускайте, переходите на другое удержание. Если увижу, что человек не уходит, я возьму палочку и поворну. Еще раз, когда попадаете в партнер, поэтому посмотрите, что здесь работает. Сгибатели, бицепс, то плохо подтягивается. Пресс, ножки надо здесь держать. Если здесь локоть держишь, здесь бицепс, и как он называется? Трицепс. Если ты его держишь, то его можно толкнуть, а для того, чтобы он не убежал, прыгать. То есть отсюда. Раз. Живот. Вот это ножки. И вы защищаете. Что хочет вам делать, вы раз, сюда, сюда. Если вы хорошо делаете акробатику, вы можете лежа на спине поставить сюда ноги, два колена, сюда два колена, и спокойно находиться 2-3 минуты и дышать спокойно, то вам без проблем можно. Да. Поставил и заснул. Проснулся через час, все нормально. А если вам тяжело, вот мне тяжело, у меня живот. Че? Так.
Стоп, Мате! Мате, не двигайся! Мате, стоп! Соломана, есть такая команда японца? Соломана, не двигаться! Кто двигается, получает замечание. Еще раз, замечание снимают. Значит, мы боремся. И посмотрите внимательно. Вы здесь, уйдите, пожалуйста, туда на угол. А еще лучше, если вы, ну ладно, вот здесь, вот так. Вы тогда перейдете, стоп, отпусти его, вы сюда переходите, вот сюда, вот сюда. Все, готовы? Баджер! Сейчас я с листовкой.
Внимание! Стоп! А мне что надо делать? Матвей, сели на колени, сели на колени! Так, Влада, если я возьму, я не разминался, сейчас будет тяжело уйти. Артур, я тебя зову. Еще раз. Подождите, садись. Посмотрите, вы хотите выйти с удержания. Покажите. Ты что, мертвый что ли? На дуэль готовитесь. Ну, представьте, что вы деретесь. Упал и лежишь, сзади за ногами пинают, даже не закрываешься. Плюет в лицо, а ты лежишь. Давай. Еще раз. Бери захват. Значит, первое, что не надо вот эту руку сюда ему сунуть. Засунуть. Значит, еще раз. Стараться уже лечь на бок, уже его не подпускать. Даже теперь, даже если он хочет брать, чуть-чуть не давать. Вот рукой сюда. То есть уже здесь быть, уже повернуться к нему, чтобы потом можно было уйти сразу. А вы где? Приготовились. Далее, потом. Далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, Влад, я не стыдно брать за шею. Влад, за туловище. За туловище, тем более. Я офигею с него. Да, вот так тем более. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, следующее удержание. Я беру удержание, руку двумя руками держу, шею не держу. Еще раз. Вот рука, вот вы держали, она ушла. Вот отсюда вы должны держать. Эта рука идет снизу, упирается в шею и снизу еще держит курточку. Возможно сесть так, берете так. Нет возможности, значит отсюда. Вот отсюда. Также. Вот отсюда. Пойдем. Вот отсюда стараемся держать. О. Приготовились. Руку перенеси. Двумя руками держишь в одну руку. Внимание. Боря, что с тобой? Еще ноги скрестил. Сейчас свечку принесу. Поздравляю! Верхом, Боля, Якобурс, самопорно.
Катерин. А остальные сверху сели. Сверху сели. Самая хорошая защита – это контратака. Поэтому те, что сверху вам делают удушающий, болевой, и переворачивается удержание. Стоп! Вот, 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 Виктор. Если он лежит, не прогибаешь против, ложишься на него грудью и душишь. То есть когда ты лежишь на нем, то есть оба прогибаешься. Так, если ты сел, то садись. Приготовились. Внизу защищается, сверху нападает. Но тот, кто внизу, не надо просто так лежать. Стараться уходить тоже. Вот, посчитай, сколько у нас здесь пар. Пар? Да. Еще
Четырехчина. Встаньте друг друга рядом. 8 пар. 2-9. Гелия, вот это, да? Да. Хорошо, значит так. Вот это уходит, вот эти уходят вдвоем. Садитесь сюда. Так, это две пары ушли. Еще две пары. Сейчас я скажу. Вы вдвоем и вы вдвоем. Вы идите туда. Сюда. Вы игрока женский день? Хорошо себя чувствуешь? Все нормально? Смотрел физически сильно. Не попускаю. Вот послушайте меня. Лучше ни разу не упасть. Ну, один бросок 20 раз сделать. Чем делать 10 бросков и 20 раз падать. Вот представьте, что вы боксер, да? Пропустили один раз, ладно, еще один раз. А если 10 раз? Нокаут. Да не обязательно. Просто сейчас провели исследование мозгов. Вот эти люди, как они, американский футбол играют. Они же головой вперед, да. Шлем, все. У них большие изменения коры головного мозга. Показывает здоровый человек и больного. И у них они очень сильно возникает болезнь Паркинсона. Это когда руки дрожат. Раз. Два. Забывают очень многое. Агрессивные становятся. Многие же самоубийством кончают. Это те, кто занимается американским футболом, где есть столкновение. Или падение. Поэтому, как я вас заставляю падать? Так падать, что видно, что вы падали. Упал, перевернулся, встал. И что, это падение? Это не падение, это кувырок. Поэтому мне не понравилось под дзюдо правило, когда делаешь бросок, и нужно падать на партнера, чтобы был упал. Я об этом все время говорю. И не переучивал вас, правильно ли? Да. Потому что это все, приготовились. Будьте аккуратны. Так. Ну, после дедушка стоит, и ты... Будь аккуратны. Сыну, запомни, он физически сильный, не подпускай его близко. Влад, аккуратно. Аджин! Приготовились. Уже заправили. Стараться бросать чисто двумя руками. Виктор, практически не делай, я покажу, как правильно делать. Разворачивайся. Просто ногу, а разворачивайся. Поверни сюда, тогда упадет. До конца, до конца. Виктор, не Виктор этот, Ливер, пошли. Вот здесь даже не знаю. Он как-то атаковал, он должен делать хорошо. Пар, 10 секунды. Все, только. Все, и помню. Отлично, все, умница. Отлично, все. Я думал, Влад сделал. Но развернуться надо было и кувыркнуться. Это лучше, чем, как это называется, джиу-джитсу. У нас считается, а ты понимаешь, стал бросок делать. Если что, через него кувыркнуться, он падает на базаре. Кувыркнулся, это и пост. А ты наоборот разворачиваешься. Двери. Кока. Чезар кока. Ну держи ногу, эй! Упал и лежит в партере. Я просил бы Мате, Дани, стул отнеси, пожалуйста, сюда, в эту балку. Вот там стул. Стоп!
Шпагат делал? Я? Да. Да. Пойди мне ногу вот так. Хочу видеть. Еще. 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 Хорош. А то он тебе делает зацепный подхват и сразу потянешь. Знаешь, как это больно? Как это не так? Куда это? Чуть. Щитки одевай. Щитки, а вот увидишь. Что, когда полежишь в больнице, как я, полголова тут сейчас придет, все будешь помнить. Следующий уже готовится. Будете говорить, что ты идешь и падай. Вот сейчас за силу работаю. Не печально. Вот это захват нельзя на приеме. Делай просто бедро и все. Через плечо с двух ног. Видите? Видите привычку у него? Бросил или упал, и сразу будет. Все, а потом начинает подходить уже вход. Все нужно сказать. Матей! Матей! Заправились? Сразу нужно заправиться. Денис, шаг вперед. Нет. Что, поклонились? Вышли. Так, вы вдвоем ко мне. Вышли, следующие. Оп, выше, выше. А можно мне еще? Я возьму. Сергей Анатольевич, а можно мне дать? Не могу. Не можете? Пока не могу. Влад, за секунду, подойди ко мне. Встань сюда. Так, вы вдвоем пошли оттуда. Туша. Так, вы вдвоем придите ко мне. Значит так. Ты знаешь кем? Ты знаешь кем? Значит так. Пять бросков. Раз за две побольше. Вернее, три броска вправо, три влево. Аккуратно. Потом они вон туда, вдали. Пошли. Понимаешь, мельницу я тебе чувствую, и бороться, который ты должен знать это обязательно. Это более интересно. А под задотом ты можешь другой подход. Так, я смотрю, если они плохо падают, значит, они вам сегодня сделают 30 бросков. Мне нужно, знаешь как, мне нужно, чтобы они хорошо падали. Мне не нужно, чтобы они хорошо падали. Приготовились? Акцию! Пошел. 16. 16. 16.
Это как прием падает, а вот. То есть ты за что делаешь? Шаг, чтобы присесть. Ножку поднять и присесть. Хай, хай. А можно опять? Давай, давай, делай. Так ты задыши. Видишь, у нее нога как плохо. Она ногу себе поломала. Делай так, чтобы... Вот она сделала шаг назад. Смотри, вот он делает, сделает шаг назад и поднимет ногу. Прыгай и упади. Хорошо? Мне надо, главное, чтобы ты хорошо. Так, стоп, стоп. Шаг назад. Вот так. Вот так. Еще раз. Он когда влезает, тот посмотри. Он делает, делает. Раз. Прыг, прыг. Ну, тут за другой, на другой. Хорошо. Да, Матвей. Алик, сюда. Все, другой. Все, бороться, бороться, вперед, да. Завтра город приедет. Все, ты нуждаешься? Значит так, цель туда, ты кушаешь. Ну, все. Не знаю, да? Попробуй завтра, хорошо. Все. Все. Одевайте туда кимоно. А. Все. Наверное, бороться не надо все равно. Все, можете идти домой. Быстро заправились, поклонились. Так я точно, можно еще раз. Будет. Ушли. Вы ушли. Следующий выше. Следующий. Там. Чезар. Виктору. Боль, что сидит? А, ты точно кто-то собрался. Так. Ты с кем брал? Так, ну. Я сидел, значит, на костиле. Пожалуйста, я сидел. Приготовились? Еще раз. Смотри, аккуратно. Вырядный. Аккуратно. Полик ушел. Кто здесь? Готовы? Че?
Так, Миша. Миша, вот Миша, нет, Миша. Иди побори, Саше. Иди сюда, Миша. Что ты, блин, маленькая, у меня там, блин, так худенький. Кто смеется? Он меня... Значит, пацаны, мальчики, вы стараетесь бороться вот в ритме. Раз, два, три, четыре. Вот это четыре мат ваш. Пушистра. Сюда. Вот, идите сюда. Вот ваши этот мат. Раз, два, три. До свидания. Вот здесь. Вот здесь. Так, ты написал, да? До свидания, мобильный слово. Чётко написал. Давай, Денис. А вы там готовьтесь, вы готовьтесь, заправьтесь и готовьтесь. Пойдете бороться. Честно, пояс снял, одел, заправил. Давай, Влад, давай. Ты не кушаешь, да? Не кушаешь. Значит так, я завтра, блин, одного выгоню, а тебя вот так вот... Аккуратно, стоп, все, Матея! Эй, Андрей, не мешайте там! Вот здесь! Дали стойку все, дали! Стойку! Восьмой. У нас идет нет. Вы во сколько начинаете? Максимум. А, ушел. Во сколько начинаете? Во сколько начинаете? Да. Какой обед? Обед. Седьмой класс, восьмой, наверное. Во сколько обед? Который утром или... Да, не он, не как утром, а час, где-то там, по первому. 12 часов 10 минут. 12 часов 10 минут. То есть, смотри. Ты подходишь обеды, а я подойду туда в 12 и буду ждать тебя. Я одного выгоню, все боюсь, я там все выгоню и скажу, чтобы вместо него кушал ты. А уже с декабря ты будешь официально. Так, еще раз. Номеры придумали. Давай. Белево Алекс, класса шахты. Значит, все, телефон есть. Подойдешь завтра, я 12 часов подойду. Все, давай, а то он кушает, блин, поет, а ты не кушаешь. Так. Отлично. Еще раз, Макс, не мешайте, Макс! Встань стойку! 3 секунды стойка! Макс. Это Макс? Это я открыл. Вот тут. Эй, Андрей! 3 секунды стойку! Скажи, пожалуйста, вот тут возьми страх. Вот сюда, на том берегу. Куда? Сейчас. Ты это, Лоренцо, Саша, у вас еще одна пара на ковре. Идешь к эстраде. У вас еще одна пара на ковре. Опа, аккуратно. Где ковры? Дани! Вы отыграли, Дани! Миша, Дани! 3 секунды, пар! Все стойки! 3 секунды! Ай, вот ваши главные враг. Честно, мы... Вот здесь. Смотрите, они трубы. Эй, что это? Ваня, ты
5, 6,
Если вы вдруг раз отправились. Что? На поезд. Верушенька, пройди, пройди, нельзя сразу. После большой нагрузки нельзя. Пройди по кружочку, потом отдыхаешь. Вперед на тебя кидают. О, как ты хотел. Денис, у вас завтра есть русский язык? Да, я не хочу. Два урока. А я завтра пятый. Это после обеда? Да. В 12.31, нет. В 3 готовились. Что? А у вас тогда на берусь ничего не имеет. Там не блин. А кто ведет? Вам не блин какой. Она как это? Я мы вообще хоть директор отчет. А, это вот. Когда лестницы, директор. После директора. А ваша фамилия как? Николина Боря, 25. Боря, это Лукенко, да? Да, Лукенко. Нас тоже забирают Сергея завтра. Завтра. Тоже хотят нас в театр. Как ее? Лукенко, Светлана. Дома Светлана, да? Да. Это те, которые вот мы продали булочки, помните, когда? Вот нам Светлана. Вот мы с вами приехали. Почему не пойти? Пожалуйста, только на другой день. У тебя республика, мы. Понял? Сейчас как обниматься. Вон тебе не девочка. Приготовили. Вот так будете работать, так... Девочка пускай трубку, вы как пиву не через бедро, только будьте внимательны. Бросай, бросай, Даник, сюда. Даник, сюда. Оставь чучело. Оставь. Есть отжимание, приседание и вес. Внимание! Сейчас. Макс,
домой. Пока я иду. Ты что думал? Я дала дискотеку. Сергей, что пошла уйти, у меня нет стендапа. Что-то получается? Я сказал, вот ты думаю на это. Так, документы, кто хочет, может поставить. Лучше не отправлять. Так, ребята. Бананчики, лимончики. Вай-вай-чики. Тусики-тусики. Это у нас... А то было немного свечи, даже не столько на нас. А нас не делают. Дайте дико. Да? И на край положу. Наша дорога. Вот это здесь мой. Вот это. Я буду там завтра в школе в 12 и подойду, поговорю. Хорошо. Только вы не ходите и не кричите по всему классу. И вы не сказали, что мы будем в понедельник. Не будем на уроках. Да, знаешь, и они и... нас поругали, что вы в спорте да. На первом месте, что на втором. Да, мы теряли спорт. Да, я в спорте. Да, я в спорте. Здесь профильные лицеи. Нет. Я не сказал. Я не сказал. Да, да. Я вам позажил. Надо было сказать. А ведь тут что за... Давай. Давай, я только еще всем. Мог сказать, что извините, это один раз и... А я забыл, блин, надо было пойти. Да, да, да. Да, нормально, наверное.